Всем привет зрителям, подписчикам канала. Вы на канале Телемастер 222. Поступил на ремонт плазменный телевизор от бренда LG 42PG250R. Телевизор октябрь 2010 года. Вот первый ремонт поступил. В общем, заявлено клиентам, после включения телевизор отключается. Это работает около 5 минут и уходит в дежурку. В дальнейшем он не включается. Открываем. Открыл телевизор. Посмотрим, что внутри. Тут у нас материнская плата. X модуль, Logic, ну, также у нас Y модуль. Ну, как телевизор включается, в общем, в дальнейшем он не включается. Начнем осмотр блок питания. Скорее всего, я уже посмотрел, что тут есть не пропаи. Всегда надо смотреть трансформаторы, пайки. Смотреть, что на радиаторах. Смотрим, сейчас перевернем. Блок питания. Вот, уже невооруженным глазом видно. Кольцевая. Это нам пропаивать надо. Также смотрим вот на радиаторе. Дальнейшем. Также у нас еще вот радиатор идет. Ну, смотрим. Здесь тоже невооруженным глазом видно кольцевые трещины. Где же тут сейчас? Транзистор в основном тут распаян на этом радиаторе. Вот уже невооруженным глазом видно. Все, что на радиаторе, трансформатор, это все пропаивать. Сейчас этим займусь. Чтобы это все пропаять. И в дальнейшем ставлю его на прогон. Тут уже невооруженным глазом видно. Кольцевые трещины очень хорошо. Также нужно еще снять Y и тоже просмотреть, что на этих вот радиаторах тоже, возможно, есть. Могут отпаиваться. Также вот это может катушка еще. Тоже часто плохая пайка бывает. Сейчас займусь блоком питания. Поставлю, попробую ее включу. Значит, пропаиваю блок питания и буду включать. В общем, пропаял все подозрительные пайки. Трансформаторы. Также все то на радиаторах пропаял.
прикручиваю блок питания на место и включу на прогон. В общем, пропаял блок питания. Телевизор уже 30 минут работает, ничего не отключается. Скорее всего, в этом была причина вся. Разрушение паек. Конечно, естественно, телевизор уже 11 лет. Первый ремонт его. Все конденсаторы еще проверил, все конденсаторы живые. Дать. Те годы еще качественно делали. Все-таки бренда уже. Ну, естественно, со временем пайки только устают. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Телемастер 222. Все. В общем, ничего сложного в ремонте не было. Только пайки пропаять. Ну, на этом все. Всем пока.